Как же я хотел вернуться, оказаться здесь. Сколько лет прошло, все бежало по кругу. Одни и те же качели с невероятной амплитудой. Как я желал быть здесь, сам, наедине с собой, и видеть только ландшафты и животных. Знакомый ландшафт и родной. Видеть море, от которого был так далек. А зачем? И словно все по своему желанию, через детерминизм, все в суете, выполняя планы по саморазвитию. Но всегда ли это саморазвитие про внутренний баланс, про внутреннюю гармонию, про истинное предназначение? Которое может быть сугубо интуитивным. И в самом деле моя духовность всегда была в предчувствии, в бессознательном, в шорохе души, который словно подсказывает разуму, что есть истина, а что нет. Я был внутри себя, и я чувствовал, что снаружи много обмана, лицемерия, зла, войны, равнодушия. И там же нельзя было найти ни минуты покоя. После долгих скитаний именно в родных пейзажах можно было отыскать столько загадочного, сколько нигде больше. Здесь совершенно другое небо, не похожее ни на одно небо, которое я где-либо еще видел. Вот почему меня тянуло и привело сюда, где есть только мое дело, где нет больше ничего, только вера в истину и в освобождение от всех страстей. Я обжегся, я пострадал, я дал слабину. Я не стал тем, кем, по идее, страстно желал стать. Но значит, я выполнил свое задание. Бог не должен никому ничего доказывать. Бог просто есть. И значит, я не человек. Я могу никому ничего не доказывать. Я могу просто быть. Быть, а не нуждаться. Быть, а не страдать от амбиций. Я обуздал себя. Боже, я победил свое желание в огромном муравейнике. Запомниться и сверкнуть своим грозным аватаром, одним из бесчисленных в бесконечном. Я нашел свое эхо, повстречал в жизни и любовь, и предательство,
и другие человеческие понятия. Я запомнил все этапы сложных конструкций и воплощений. Но я смирился с собой. Я принял себя. Как блудный сын, я вернулся в родное и не остался в долгу ни перед кем. Я стал спокойнее. Смирившись с собой, оставшись внутри молодым навечно, я остался юным бунтарем, сумевшим в этом хаосе найти себя и не потерять себя. Не потерять свои принципы, свою радость и свои сны, свои причины быть на земле. Я убаюкал свои страхи. Я сказал себе, бояться больше нечего. Я понял, что меня поддерживает огромная сила, и она примет мой результат в любом его виде, потому что я часть эксперимента. А в эксперименте любой процесс должен приносить удовольствие. Эксперимент можно считать удачным. Я остался жив. После меня останется очень много всего. Я говорю сейчас не про музыку и не про фильмы, не про книгу, не про живопись, не про поэзию. Я говорю про энергию, про дух свободы, который мне всегда импонировал, про сознательность, про вечные ценности и про важность изоляции в современных реалиях, важность изоляции чего-то настоящего в современных реалиях. Дабы не поддаваться химическим мутациям, дабы остаться живым и оставаться при этом честным перед самим собой. Я хотел быть всегда.